Вот смотрите, идем по рукаву, Шереметьево, автобус едет, вон там самолет стоит большой, красавец, закат на солнце, хотя сейчас 3 часа дня по Москве, вот наш самолет небольшой, вон тут больше, красивей, вот, и вот уже сам самолет, туда очередь из людей стоит, вот сейчас сядем в самолет и полетим. Вот посадка, очередь на посадку. Вот. SkyTeam, Аэрофлот, посадка. Вот мой билетик, сейчас полетим. Вот, вот стюардесса красавица стоят, сестрички-лисички. Вот так. Скрытим. Вот. Вот я сам. Всем привет. Летим в Екатеринбург. Заходим в салон самолета. Вот это здесь у нас бизнес-класс. Аэрофлот. Как положено. Вот. Так здесь красиво. Да, стоим в очередь. Там дальше. Аэрофлот российские авиалинии. Участники международного альянса SkyTeam. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения требований безопасности в течение всего. Так, ребят, всем добра. Я добрался до своего места в самолете. Сейчас полетим. Видите? Там Аэрофлот написано на кресле. Это у нас рейс на Екатеринбург. Сейчас полетим. Всем добра, профита. Спасибо ГК-ТИП за возможность путешествовать на полном пассиве. Алекс, раньке. Сейчас покажу, что там в окошечке творится. Посмотрите. Там другой самолетик стоит большой. Это, по-моему, 321 Боинг или 37. Ой, 321 Airbus или 37 Боинг, не знаю точно. О, там виды. Там солнышко, а там у нас Шереметьево терминал. Вот так. Шереметьево, отличная погода, солнце на самом закате, время 3 часа 40 минут, декабрь, 11 декабря 2020 года. Вон там видно другой терминал, который с другой стороны относительно терминала В находится. Там терминал F, по-моему. Сейчас мы выкатываемся в сторону полосы по разруливающей дорожке. Невероятно красиво. Мне лично очень нравится так вот вылетать на самолетах. А на Аэрофлоте это вообще прям сказка.
вот видно. Это у нас северный речной порт здесь находится. Сюда теплоходы приходят. Вон даже видно. Теплоход внизу стоит. Один. Сейчас приближу. Вон там теплоход внизу стоит. Там шлюзы на Москву-реку вот видны. Северный речной вокзал. А там вот дальше башни Москва-Сити. Смотрите, вон они. Это Москва-Сити, ребят. Вот такая вот Москва. С высоты полета. Есть, кстати, ребят, такая вот тема, как полет ради полета. То есть здесь в Москве можно купить билет и вокруг Москвы полетать. Вот. Гуглите, найдете. Вещает Алекс Рантье, блогер. 11 декабря 2020 года. Вот мы сейчас летим над Москвой. Самолет делает невероятно красивый круг над городом. Можете увидеть, насколько город огромен. Москва. То есть дома, 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 жилые корпуса, все дела. Высотки. Там вот Москва-Сити. Сейчас мы как раз поворачиваем на Москва-Сити. Вот видно северный речной вокзал. Вон там под крылом теплоход стоит. Вон шпиль северного речного вокзала. Я с этого речного вокзала уходил на теплоходе «Родная Русь», вот в этом году, в 20-м, не возвращался на него уже. Вот Москва-река, виден шлюз от этого залива до Москвы-реки. Высотки, одно из них видно шпилем прямо посередине. О, Москва-Сити еще более так красивым планом прямо под крылом. Нам рейс на Екатеринбург, который 14.04 нам сделал такой вот подгон, экскурсия над Москвой. Мы ее по кругу облетаем, по МКАДу, можно сказать так. А вот, кстати, внизу МКАД. Вон там широченная дорога, сможете полосками. Центр Москвы видит. А, вон Лужники, кстати, ребята, МГУ видно, вот смотрите. Вон МГУ, Сталинская высотка и Лужники. Там вот Воробьёвы горы находятся. Все дела, все как положено. У правильных инвесторов, людей, которые зарабатывают. Компании ГК-ТИК. Кстати, ребята, обращайтесь мне в личку, мой телеграм под этим видео. Расскажу за компанию, как здесь можно зарабатывать и путешествовать. Россия великая страна, не обязательно в Дубае летать. Можно по России путешествовать. Аэрофлотом, кстати. Вот еще один проспект.
центр Москвы. Погода в Екатеринбурге морозная, температура воздуха минус 12 градусов по Цельсию. Местное время
19:58. Мы просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи, проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что ношение защитных масок является обязательным при нахождении на территории аэропорта. Просим вас при выходе из самолета не снимать средства индивидуальной защиты. Пассажиров салона класса бизнес мы пригласим к выходу в переднюю, в первую очередь. Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Всегда рады видеть вас на борту. До новых встреч и хороших вам выходных. Итак, полет закончился. Приземлились в Екатеринбурге. Вон самолеты. Вон наш самолет стоит, борт. Там С7 дальше. И уральские авиалинии. Вот Екатеринбург. Все. Всем спасибо. Кино Алекс Рантье. Полет ради полета. 11 декабря 2020 года.